огромные амбиции и холеные ухажеры. На красной дорожке появляются не только звезды кино или модели, но и просто богатые мамочки. Они могут купить билет на премьеру с правом пройтись по красной дорожке. Конечно же, самой не солидно. Поэтому они обращаются в модельные агентства или эскорт-услуги, чтобы нанять себе супер-красавца, который привлечет внимание фотографов, и они обязательно сфоткают вас во всей красе. Ну или не сфоткают, а просто посмеются. А ну признавайтесь, вы бы изобразили за деньги влюбленную пару перед камерами?